9 мая мы отмечаем самый важный и самый главный праздник нашей страны – День Победы. Чествуем павших и живых, воинов и мирных жителей, всех, благодаря кому была завоевана победа в самой страшной и кровопролитной войне прошлого столетия. Праздничный концерт – концерт особого назначения, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Прошел в Зарайской деревне Журавна. Нет, возьмите бубен. Когда летом на рассвете загляну в соседний сад, там смуглянка молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: стань над рекою зорки летние встречать. Раз пурял игром зеленый стрезной, на влюбленный и смущенный пред тобой. Клён зеленый, да клён пурявый, да раз пурявый лесной. Раз пурявый игром зеленый стрезной, на влюбленный и смущенный пред тобой. Зеленый, да клён пурявый, да раз пурявый лесной. Музыка помогла русскому народу выжить в то страшное время Великой Отечественной, выстоять и победить. Песни о родине, встрече, разлуке, об утрате и надежде мотивировали людей на подвиг. В концертной программе приняли участие приглашенные артисты городского округа Зарайск. Ольга Желдева, Дмитрий Волков, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Кван», Зарайское кабельное телевидение. Детской кроватки тайком и слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас. Разделяет любимая нас и тревожная черная стель, пролегла между нами.